Настраиваем зеркалишки. Ах, родной, давай. Дергайся. Так, правое зеркало настроил, левое. Левое, в принципе. Ну, вроде все видно. Привет, ну вот я и выехал. Ладно, поговорю, когда дорогу перееду. Не будем торопиться. Это рады. Так, ну ладно, что сказать. Вроде чувствуется полный привод. Сейчас еду на полном приводе. Совсем какие-то другие ощущения. Раньше ездил, что переднее колесо, только сейчас вроде полный привод. Совсем другие ощущения скутера. Едет по-другому и чувствуется все по-другому. Только опять скорости не видно ни хрена из-за солнца. Включить другой, что ли? Сейчас попробуем. Ни хрена не видно, ни мне, ни вам. Так, спидометр. Какой же у меня был? Посмотрим, где-то здесь было. Где ты, родная? Тоже нифига не видно. План потом перестроить спидометр. Поехали. Так, ну вот, значит, мои ощущения полного привода. Круто. Вот что я скажу. Очень даже круто. Прям мощность совершенно другая чувствуется. Я сейчас проверю еще на горку, что там получится. Мне пока нравится. С дома выезжал только я на заднем приводе. Что ж такое? Так, сейчас потихоньку все проверю. Дороги перееду и вам расскажу. Подождем. Просто небо и земля, что было, что стало. Поехали. Так, успеем.
легонечко. Заезжает как пушинка. Посмотрим, что с горками будет. Ну, так вот, я решил сначала съездить на дальнюю горку свою. Она тоже крутая и длинная. Как-то я раз там уже с этим скутером застрял на переднем приводе. Пришлось за поручню рукой вытаскивать скутер. Посмотрим, что сейчас. Ну, мощность чувствуется. А ща есть даже. Сейчас я еду на самой маленькой передаче, чтобы не перегазовывать. Так. Вот так вроде получше. Посмотрим, посмотрим, все испытаем. Особо дождя не было, но вроде не должно быть. Так, приехали. Сейчас покажу вам. Эта камера неудобно снимать, сейчас другую включу. Которая мне предстоит в конце моего пути, буду ее штурмовать. Посмотрим, может, сначала задний привод, если не будет ехать. Ну, таким макаром. Ну ладно, пока пауза. Надо тебя положить, а? Не прыгала. А ты снимаешь? Вот снимает. Ну ладно, поехали. На лифтах покатаемся, блин. Уберу все-таки сюда. От греха подальше. Справились, поехали. Я скоро вернусь. Здесь обратно, когда буду ехать, возвращаться. Не нравится мне этот спидометр, блин. Выключайся, зараза. Так, не хочет, да? Выходи. Вот это вроде видно его, без солнца. Работает? Работает. Так. Поехали. Блин, и солнце сразу вышло. Похоже, западло. Хорошо идет. Прям тащит только в путь. Посмотрим, что будет на горке. Блин, ветрище.